подшагивайте. Боковой, потому что он есть боковой. Но как вы войдете справа, хоть он не проходит. Только единственное, если длинный, я могу немножко обнаглеть, не дойдя. Если хук, если я не дойду, он все равно через блок пролезет. Понимаете? Поэтому чем ближе я к плечу буду ходить, тем больше запас. Да без разницы. Делаем кайки. Дальше. Тейша. Где у нас было? Только мы дзуки били, а сейчас идем тейша. Тейша. Сюта. Это все одним движением. Гидан тейша. Захват за пар. Отсюда еще одно сюта. Тоже принцип быстрых рук. Одна пьет, вторая. Видно? То есть две руки уносят удары. Каки. Тейша. Сюта. Тейша. Опять. Сюта. Захват за волосы. Масло, удар залипающий. То есть хватаете все, что попадает под удар. Одежда, диссекционная артерия, если висок, ухо, волос. И отсюда же пошли или колено, или прям верча за волосы, поворачивая.